по-вашему, не хватает в Гродно? Ну, я как-то особо по музеям не хожу, не знаю даже, что ответить. У нас музеев предостаточно. Просто люди некоторые не интересуются местным расположением. А музеи для общего развития каждого гродненца, для гостей города Гродно, по-моему, в городе предостаточно. Оглянитесь, город Гродно – это и есть музей. Наверное, что-то такого интересного для детей какое-нибудь, чтобы интерактивного, скорее всего, чтобы можно было что-то потрогать детям по этот. Ну, истории, мне кажется, два музея вполне, как бы, они вполне хороших достаточно. А что-нибудь вот современного какого-нибудь интерактивного. Какого музея, по-вашему, не хватает в Гродно? Может, о самом городе Гродно? Хотелось бы узнать историю города. Спортивного. Ну, что в этом спортивном музее должно быть, по-вашему? Вот расскажите, вы, наверное, его представляете уже. Ну, интересно, что-нибудь рассказы о наших олимпийских чемпионах. У нас и в городе много. О наших спортивных организациях, о наших клубах, которые есть у нас в городе. Много чего можно там. Не знаю, так сразу не скажу. Ну, в какой музей вы сходили бы с удовольствием? Музей котов каких-нибудь. Вот в Минске там что-то такое открылось сейчас. Я бы, наверное, восковых фигур сходила бы. Ну да, такого на самом деле нет, и было бы интересно. Ну, в какой музей с удовольствием сходили бы? Палеонтологический. Скажите, пожалуйста, какого музея, по-вашему, не хватает в Гродно? Наверное, архитектурного. Ну, как-то, понимаете, архитектура достаточно своеобразная, но и хотелось бы, чтобы это было представлено. Наверное, искусство, я бы сказала. Mm-hmm. Потому что религии есть, новый старый замок есть. Музея именно искусства не хватает. Музей воды. Mm-hmm. Очень интересно. Может, вы знаете, что там должно быть? История зарождения водоснабжения, история зарождения устройства канализации. Это очень интересно. Если бы наши люди чаще ходили в музей, и нашего было бы достаточно. Мне кажется, не так часто, и хотелось бы, чтобы наши люди чаще посещали музеи. Хотя бы те, что есть.